будние дни свет нужен, чтобы работать, а выходные отдыхать можно и без этого. Это такая столица нескольких деревень. Сибирцев, которые здесь проехали на машинах легковых. Далеко не холодно и голодно. Так что считаю, что экспедиция удалась во всех смыслах. Пойдем печку топить. Это основной кордон заказника. То есть, где постоянно живет сотрудник. Есть гостевые домики, которыми мы воспользовались. Спасибо администрации заказника. Согласовали нам проезд. Сказали, что есть буранница здесь. Они проезжают по каналу, по всем шлюзам. Там есть избушки. Соответственно, выполняют все работы, которые ведет заказник. Поэтому буранница есть, мы поедем по ней. Сегодня надо пройти больше 100 километров. Оп-Енисейский канал – это грандиозное сооружение, построенное в конце 19 века, соединившее Обь и Енисей. Был выкопан канал, построены шлюзы, они были деревянные, из лиственничных деревьев, которые мы до сих пор можем наблюдать. И один из этих шлюзов – красный. С этого шлюза мы начинаем свой путь. Находимся на канале. Как вы здесь оказались? Вчера мы ехали весь день и добрались практически до вот этого места на машине. То есть они стоят здесь вот 300 метров на той стороне. Дальше мы едем на снегоходах. Весь путь покажем, все шлюзы, все заимки. Знаменитое кладбище, где похоронены строители канала. Уникальное место. Одно из самых, наверное, популярных, известных в Томской области. То есть его знают во всей России. Идея не наша. Это идея ребят новосибирцев, тех самых, которые оставили в безымянке танк. Танк плавающий, ЭП-72, что ли. Так выглядит, такая махина. Они не смогли проехать, но мечта у них пройти канал осталась, поэтому они решили это сделать зимой. Хоть мы проехали 500 метров от запланированных 36 километров, мы верим, что сегодня мы доберемся. Так как не знали, как это делать, я надеюсь, именно поэтому они обратились к нам, потому что мы здесь были недавно, мы любим разные авантюры, поэтому... В чем авантюра? Потому что нам нужно канал пройти туда и обратно за 3 дня. То есть день туда, день там и день обратно. Насколько это реально, мы посмотрим чуть позже. В общем, ребята из Новосибирска, из Новосибирского академгородка конструируют, изобретают разные интересные вещи. У них есть с собой прибор, который анализирует газы, воздух. Соответственно, насколько я понял, это
такое медицинское оборудование, то есть применяется в медицинских целях. И вот они сейчас хотят установить в Безымянке этот прибор. Делать доброе, поэтому мы подписались. Ну и плюс такая, конечно, авантюра побывать на канале внезапно. То есть просто вчера узнав об этом, что можно сюда попасть, естественно, мы отказаться не могли. Соль. Вот подходил лось, соль поел и пошел дальше. Вот он стоит. Вон там кусок соли вырублен. И это все следы, вот это лось все ходит. А вот здесь они лежат, вот они, лёжки их, остаются. То есть вот так ведется работа в заказнике егерская. То есть они устраивают солонцы, чтобы лоси приходили здесь, могли пополнить свой недостаток минералов. И вот здесь у них лёжки. Много свежих нету, но тем не менее много. Пять сантиметров снега, сказал он. А вот, смотрите, первый лоцман Опенесейского водного пути Порфирий Цыпиряев. Пор Кетиум Р. В латыни что-то написано. Кто знает латынь? Памятник строителям канала. Ну, то есть, я так понимаю, что обычным людям просто чугунные, а то какой-то... Деревянные. Простые деревянные люди. А это, ну, первый лоцман. Потом, если знаете, напишите, кто это. Какую-нибудь историю про него, чем он знаменит. Мы тоже посмотрим, если не найдем. В смысле, не напишите, найдем, расскажем. Первый лоцман как зовут? Порфирий. Порфирий Беляев? Не помню. Представляете, едем абсолютно глухомань, только вот там егеря на красном. И здесь стоят отметки о лоцманах. То есть лоцман, человек, который проводил корабли по каналу. Вот, получается, от Кити и до Кассы. То есть знал все шлюзы. Здесь стояли деревни, открывали шлюзы, закрывали. Рабочие, этих, которые работали на канале, проводили корабли. Такой был план. Сейчас он заброшен, и очень много можно найти в сети такой вот грустной информации, что, ну вот, то есть была какая-то великая история, грандиозная, этого пути водного, а теперь все, он заброшен, зарастает. Но это не совсем так. На самом деле здесь живут старообрядцы, как раз к которым мы едем в гости. Это большая жилая деревня, очень... который сейчас развивается, куча детей. Они ходят по каналу летом в Кеть, в гости в Айдару. Соответственно, на снегоходах ездят по делам в Катайгу и обратно. То есть люди здесь живут. Канал, хотя не так, как хотелось, но все равно работает, приносит пользу. И сейчас мы как раз едем с той же целью, чтобы как-то помочь людям, которые живут достаточно в изолированном таком состоянии. Просто санки разошлись по швам. Просто санки разошлись по швам. Лёха Степичев, что случилось с нашими санками? Где ты? Завари их обратно. Как так-то? А если примотать эту дугу скотчем? Ну будет с***. Сломали нарты, разогнулась дуга. Ну вот видно остатки. Оставили, на обратном пути маленько подсмотаем и пустые увезем. Сейчас оставляем, перегрузили все на снегоходы.
и едем. Мы, кстати, речку уже будем пересекать. Поняли, да? Наша, поехали. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки, репостите и комментарии. Знаменитое Генеральское болото. Вот оно. Это вот центраки новосибирцев. И значки, которые рассказывают о их героическом прохождении здесь. Наши товарищи задержались. Видимо, что-то пошло не так. Здесь едет, и он берет этой саблей, так вот, делает затеску вот здесь вот, и потом делает вторую затеску, получается, оттесывает кусок древесины, и ее так заворачивает. Она вот так вот встает, и потом врастает. Это вот и венки так делают. То есть, и чем она хороша, она, в отличие от обычной. Обычная заросла, ее видно только вот когда так едешь. А это торчит. Так а зачем вообще они это делают? Дорогу чтобы видно было. А, дорогу? То есть, а это, получается, отогнулось, ее видно даже сбоку, ты ее не пропустишь. А-а-а. Даже если сбоку увидишь, тут потерялся, да, ты, ага, торчит отщеп. Деревья все, видишь, они прямые, и никаких сучков у них внизу нету. Сразу это все видно. Понятно. Это вот именно и венки делали. Ну, те же самые тунгусы. Все это Казанцевский шлюз. Хорошо, вы не запоминаете. А то вы подумали, подожди, Никольский. Казанцевский. 65 сантиметров снега, а может даже 75. Мы на Мариной Гриве. Это шлюз, где, по слухам, есть братская могила 500 белогвардейцев, которые, возможно, перевозили золото Колчака. Обязательно загуглите Марина Грива. Вот, смотри, тоже, получается, стенки шлюза. Давай еще маленько. Стенки шлюза и вода. Я не знаю, как вы будете на моторе проходить здесь. Обтаскивать, как-то перетаскивать, либо с разгоном. Короче, весной ты хочешь, получается, снизу вверх на лодке вот сюда проходить, правильно я понимаю? Да, там надо, тут будет очень мощное течение, будут буруны. Это будет, наверное, интересно. Хоть в ту сторону. Погнали. Безымянка, Красноярский край. Давай.
Привет, мы в деревне Безымянка. Деревня стоит на речке с таким же названием Безымянка, которая впадает буквально вот несколько километров отсюда в канал Вопенесейский. Это такая столица нескольких деревень. Дальше вверх по реке есть Луговатка, еще какая-то деревенька. Туда нет вообще никакой дороги, только буранится, тропа, и они проходят на лодках на деревянных. Сейчас стали в последнее время делать железные, потому что здесь много корчей, деревьев, поэтому им нужен такой вездеход водный. Повезло, сегодня мы попали. Сегодня в деревне проходят сразу две свадьбы. Мы уже видели, как катаются молодежь на снегоходах. То есть, как везде, то есть, в таком предвкушении сегодняшнего вечером такого грандиозного события. Сразу две свадьбы в одной маленькой деревне. Невеста откуда-то с Ангары, гости приехали со всего Красноярского края. Ну, мы подъехали, может быть, тоже нам повезло попасть. А немножко как это происходит? Тут нет священника, это беспоповцы, часовенные старообрядцы, поэтому сначала в соборе, так называется, место, где происходит этот обряд, наставник вместо священнослужителя проводит как бы этот обряд этого бракосочетания с помощниками вместе. После этого небольшое такое домашнее мероприятие, только самые близкие родственники вместе с брачующимися встречаются, и уже потом вечером происходит такой праздник для всех, кто в деревне гуляет, как бы, ну, как-то так. То есть еще пока не видели, видим, что просто кто-то ездит между домами, пока что это происходит, мы этого пока не видим. Посмотрим, что будет дальше. Дом. А что это за дом? Это дом какой-то? Или такой специальный для свадеб? Ну, это дом такой для Максима Шаламова, он там живет. А он там живет? Там сейчас просто свадьба идет. Капец. Потом жизнь в нем будет. А. Откуда вы? С Томска. С Томска. С Катайги приехали. Катайги, да. Хорошая деревня у вас. Жилая. Жизнь видна. Мы уже заезжали осенью, здесь были уже. На вездеходах, на колесах. Ельцы есть. Ельцы? Сейчас зима, я не знаю, мало нет. А сейчас, наверное, замор черпают? Что не черпают? Рано еще? Я смотрю, вообще не знаю. Как дела? Нормально. Куда забрался на лыжах? Но? Покупаюсь. Ясно, молодцы. Как вас зовут-то? Меня Кирилл. А вас? Этого Сергея, меня Данил. Понятно, меня Алексей. Приятно познакомиться. Мне тоже. Ладно, давайте, пока. А где этот магазин сейчас видите? Есть. Там, да? Только закрыт. А, закрыт? И там. Вот так, видите? Ну. А в выходные больше, да, свет работы, а в будни меньше, да? Днем перерыв больше. Выходные? Да. Потому что для работы нужен свет, а не для отдыха. А. Изначально Безымянка – это рабочий поселок на Опенесейском канале. После того, как канал был заброшен по причине строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, поселки опустели, но это было недолго. Позже их облюбовали старообрядцы, которые были вынуждены сюда переехать из Парабельского района Томской области. Случилось это в 30-е годы прошлого столетия, после того, как столыпинские переселенцы немножко потеснили старообрядцев на их землях, а позже добавился большой поток спецпереселенцев. На этих землях стали образовываться колхозы. Тогда старообрядцы поднялись и ушли по старому древнему кетскому пути на Енисей. Часть из них задержалась на канале. И вот так рабочие поселки на канале превратились в цветущие деревни часовенных старообрядцев. Местный транспорт – это снегоходы, буран с санками, огромными санками, где может вместиться сразу вся семья, человек 5-6. Классно. А летом? Мотоцикл. Ты же видел? Банда Кириных на мотоцикле. На лошадях они не ездят? Пойдем печку топить. Ну мы же тут лошадь завидели, дорогой стоял. Видимо, потихоньку ездит. Пойдем печку топить. Староверам,
ничто человеческое не чуждо. То есть они веселятся. Ха-ха, класс. А, к сожалению, мы хотели попасть на свадьбу, но уже эта история многократно нами обсуждалась. То есть мы не можем их снимать. Поэтому, увы, к сожалению, то есть мы пообщались, поговорили, но снимать мы не можем. Поэтому, к сожалению, вот так. Он на чистом должен. На чистом, да, вот этот? Да. Я люблю всякие путешествия подобные. Вот. И много, грубо говоря, командировок очень, поэтому мне эти всякие пляжи не интересны. Вот. Но я решил поехать в тайгу, куда-нибудь, где нога с человека, грубо говоря, не ступала. Вот. И так случилось, что там был по дороге, можно было купить танк. Добраться до населенного пункта через несуществующую дорогу. То есть эта дорога там при царе была построена, да, это обе Енисейский канал когда строили. Вот мы решили по ней проехать. Вот, взяли этот танк, соответственно, починили его там как могли, то есть он стал на ходу. Взяли ребят, механиков с Новосибирска, ну и в общем мы поехали. Все бы хорошо, но болото оказалось как бы сильнее, ну и в общем мы застряли там. Вот, в итоге сюда я потом привезли этот танк, здесь оставили, потому что нового варианта не было, не бросать же его в лесу. Ну а вот оказалось, что это деревня староверов, и люди очень отзывчивые. Вот, они его здесь поставили вот, в гараже, даже починили некоторые вещи, там заменили, вот, пока меня здесь не было. Самая хрупкая вещь. Я занимаюсь научными разработками, то есть мы создали газоанализатор, который по выдоху определяет заболевание на ранней стадии. Вот. Ну, значит, ну и мы вот это значит, устройство, этот газоанализатор, так как мы его ставим практически там в разных странах, мы там 15 стран мы уже его поставили, в разных институтах, в разных там больницах где-то ставили для совместных исследований. Вот решили, что нам в деревне было бы правильно поставить, потому что люди здесь медицинской помощи не имеют. То есть, чтобы добраться до больницы ближайшей, надо брать вертолет. А это еще денег стоит, там 1 000 000 рублей государству стоит отправить больного в Енисейск на вертолете. Вот у них там, вон на вертолетной площадке, вот там как раз пожог висит. Ну и мы решили, учитывая, что здесь нет другой медицинской помощи никакой, да, кроме фельдшера. Значит, фельдшерский пункт решили поставить этот газоанализатор, который должен им помочь определять заболевания на ранней стадии. Не все, но какие-то для начала, да, заболевания типа пневмонии. Для начала вот мы сделали клинические испытания в Новосибирской больнице как раз перед этим, да, и вот буквально несколько дней назад и подтвердили. То есть, и вот сейчас везем его сюда. Здесь мы будем их просить выдыхать газоанализатор каждую неделю. И мы будем видеть, значит, некое, скажем так, газообмен человека в здоровом состоянии. И когда он у него изменится, так как они здесь практически не пьют, то есть это деревня такая очень как бы аутентичная, она, как не знаю, похожа там, на российскую деревню там, 1700 какого-нибудь там 50-го года. Ведут обычный здоровый образ жизни, если что-то произойдет, реальная болезнь, то это в газообмене изменится. И в двух словах, там стоит специальный сенсор, он создает некую молнию там внутри, ну, треющий разряд так называемый. Туда попадает мой газ, и мы расщепляем этой молнией молекулы атомов на молекулы и атомы на две части. То есть, если, грубо говоря, алкоголик, ну, выпивает, у него газы меняются, то есть, да, или там ест какую-то ерунду. А здесь, получается, люди здоровые, то есть, очень хорошие у нас совместные исследования произойдут здесь. Вот, соответственно, потом, по успехам этого мероприятия, мы хотим ставить в удаленных регионах России, это уже по госпрограмме, но это уже отдельная история, это годы какие-то. Таких деревень, наверное, очень мало в России, особенно таких отдаленных и многочисленных. У нас много северных регионов России, там есть тоже какие-то поселки, очень много из них забытые, да, или там какие-то без дорог, без инфраструктуры. То есть мы пытаемся сейчас внедрить это, значит, это первый пилотный, по сути, проект у нас, внедряем их в жизнь деревни, это устройство, ну и будем стараться в максимальные сроки создать более понятный продукт, чтобы его мог применять любой деревенский житель там, в других отдаленных уголках. Покидаем Безымянку, очень гостеприимные люди, попрощались с Петром Фомичом. А, кстати, интересно, по поводу того, что деревня оптимистично смотрит на жизнь. В прошлом году только в этой деревне родилось 18 детей. Все, всем пока, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы приходило сообщение о том, что ну, вышел новый фильм. Пишите обязательно комментарий, что вы по этому поводу думаете, что вы хотите еще увидеть. Надеюсь, увидимся в Ютубе. Они, блядь, в Рутубе.
Мы возвращаемся в город, где в информационном шуме зачастую забываем, что действительно важно. И остается только позавидовать старообрядцам, у которых основа быта, семья и вера остаются неизменны уже несколько веков. Обратный путь занял более суток. Весь день на снегоходе, потом почти сутки по зимнику. Но это того стоило. Следующая экспедиция к староверам будет весной. Мы пойдем на наших деревянных лодках через канал. От Белого Яра по Китин на Каз, на Енисей. Мы познакомились с жителями этих мест, которые рассказали нам про лучшее для этого время. Поэтому подписывайтесь. Мы вместе узнаем, проходим ли этот старинный путь весной и как живут старообрядческие общины в сезон, когда они отрезаны от большой земли. Потерял немного телефон.